Строительство бульвара Учителя в Якутске стало началом археологических раскопок. На месте будущего памятника основателю Вилюйской физико-математической школы Михаилу Алексееву ученые нашли предметы старинной утвари и монеты. Одна из них датирована 1748 годом. На раскопках вместе с археологами и историками, а также студентами побывала наш корреспондент Марианна Кутукова. 1854. Вау! Не-не-не, вот здесь наши монеты. Вау! Студенты и магистранты Северо-Восточного федерального университета работают на раскопках больше недели. За это время они нашли немало старинных предметов. В основном это фрагменты керамики, монеты конца 19 и начала 20 веков, а также осколки слюдяного стекла. Радха Сивцева здесь с первых дней. Ее находка очень символична. Девушка-археолог нашла вещи, принадлежавшие женщине – бусину и бисер. И они очень сильно отличаются от тех, что я здесь нашла. Например, бусина, они были такого голубоватого цвета. Но я лично с таким еще не встречалась. Диаметр какой? Диаметр у бусины довольно-таки большой, а бисер совсем маленький. Но все равно он больше, чем обычный бисер современный. Раскопки – дело не из легких. Ребята работают здесь каждый день с утра до вечера в две смены. Копают кропотливо слой за слоем, чтобы ничего не упустить и не повредить. Как мы видим, каждый человек, каждый студент работает здесь на своей определенной территории. Эти квадратики нужны, чтобы впоследствии определить точное местоположение каждой находки. Все находки у нас раскладывают таким пакетиком. В процессе работ каждому квадрату присваивается вот такой пакетик, чтобы потом уже в процессе камеральных исследований точно знать, сколько пакетика, какие находки. Каждая находка, на ней прямо будет нанесен шифр с названием памятника, года работ. С помощью этого можно выстроить целую картину того, что здесь было, где какие вещи находились, связаны они между собой или нет каким-то образом. Раскопки проводятся на месте старинного деревянного дома, который сгорел в 1985 году. Здесь археологи намерены работать до 25 сентября. Затем строители начнут застраивать бульвар Учителя. Все находки после необходимых исследований пополнят фонд городского музея. Марианна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.